Дальше баракаллаху фикум, имам Багави, рахматуллахи алейхи, говорит: «Факатиль фи сабилиллахи ля тукаллафу илля нафсак». Так сражайся же на пути Аллаха, ведь ты несешь ответственность только за самого себя. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Имам Багави говорит: «Вазалика анна набия саллаллаху алейхи ва саллям ваъда Абу Суфьян баъда харби Ухуд маусима Бадр Сугра. في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد ودع الناس إلى الخروج فكرهه بعده. То есть причина неспослания этого аята то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллама вызвал Абу Суфьяна после битвы Ухуд еще раз в сторону Бадра. И названо это как Бадр Сугра был, в месяц Зиль-Кьада. То есть вызвал туда на войну, продолжить войну. И когда пришло время, он призвал людей, чтобы они вышли вместе с ним. И некоторые не захотели этого делать. Анзаля Аллаху аззауджали, Всевышний Аллах ниспослал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Факатиль фи сабилиллахи ля тукаллафу илля нафсак». Воюй на пути Всевышнего Аллаха, ведь ты не несешь ответственность, ведь ты несешь ответственность только за самого себя. И они ля тада джихад ля ду, не оставляет его пророк джихад со своим врагом. Валистинсар аль мустадуафин, оказание помощи ослаблым, миналь муминин, из числа верующих. Валя вахдак, даже если ты будешь один. Фа инна Аллаха кад ваадака нусра ва аакабахум аля таркаль хиталь. Ведь Всевышний Аллах обещал тебе победу, а их накажет за то, что они оставили хиталь, войну, сражение. Вальфа фи каули фа, в словах Всевышнего Аллаха, фа катиль джаваб, ответ на слова. Вама юкатиль фи сабилиллахи фа юкталь ва ягаль фа сауфа нутихи аджран азима. И тот, кто воюет на пути Всевышнего Аллаха, и он будет убит или победит, то ему будет дана великая награда. Факатель, то есть поэтому Аллах сказал, факатель, поэтому воюй. Вахаридиль муминина аль киталь. Вахаридиль муминина асаллаху айякуфа бас аль-лязина кафару. И побуждай верующих. Быть может, вахаридиль муминина айхуддахум аль-джихад. Побуждай к джихаду. Варрагибхум фит саваб. И обещай им награду за это. Фахараджа Расуллай салсам фит сабаина ракибан. Пророк салаллаху алейхи вассалям вышел в группе 70 всадников. Факафагум Аллаху аль-киталь, Всевышний Аллах избавил их от войны. То есть струсили Абу Суфьян ради Аллаху ангу, тогда он еще был многобожником, и другие люди не вышли на войну. Факаля джалля викру, Всевышний Аллах сказал: «Асаллаху айля Аллах, может быть Аллах, айякуфа баас аль-лязина кафару». Удержит мощь неверующих. Ай киталь мушрикин, то есть спасет вас и не позволит многобожникам воевать с вами. Может быть, слово «аса мин Аллахи ваджиб», то есть «аса» имеется в виду «обязательно». Обязательно Аллах Субхана Таля удержит мощь или нападки неверующих на вас. «Валлаху ашадду басан» – Аллах могущественнее всех. «А яшадду саулятан» – то есть Аллах Субхана Таля могущественен своей мощью, «ва азаму султанан» – и мощнее, величественнее во власти. «Ва ашадду танкиля и укубатан» – и Всевышний Аллах Субхана Таля суровее в наказании. «Валлаху аль». Вы заметили, что Коран, субханаллах, не то что тафсир на каждый аят. Каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой или несет под собой огромное количество знаний. Поэтому, Аллах, если Всевышний Аллах Субхану Таля проявил тебе милость, ты изучаешь тафсир книги Всевышнего Аллаха Субхану Таля, знаешь, что это из милости Всевышнего Господа Субхану Таля, из дозволения Аллаха Субхану Таля, из тех признаков, что твое сердце не запечатано. Если ты баракаллаху фикум в исламе и видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля, то есть их толкование, то есть вероятность, что твое сердце просто-напросто запечатано. Всевышний Аллах сказал: «Фаля это дабарун аль Куран, амаляку любин акфалю». Неужели они не задумываются, не размышляют над Кураном? Или же на их сердцах замки, то есть замки имеются в виду, их сердца запечатаны. Поэтому, баракаллаху фикум, если ты не хочешь печать, чтобы твое сердце было запечатано, а запечатанное сердце никакое благо не заходит, братья. Обязательно изучай книгу Всевышнего Аллаха. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть баракаллаху фикум, получается, и выучите, и будете знать тафсир.
Смотрите внимание, Субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, Субханаллах. Если человек сказал Всевышний Аллах, афаля это дабарун аль-Куран. Почему они не задумываются над Кураном? Афаля ятадабарун аль-Куран ам аля кулубин акфалуха.